Для всех вас, жаворонки, дневные создания, полуденные ящерицы, солнечные люди, будьте внимательны. Пекло кончится в 7.22. Уровень токсичности снизится в 8.05. Случился глобальный скачок температур, и внезапно возникла потребность в сотрудниках, не реагирующих на солнце. Так началось клонирование людей. Выходите на улицу, смотрите на солнце своими глазами. Черт! Прими Лити Икс, как это делают все. Как по-вашему, какие именно недостатки у вас есть? Сдохни, сдохни, тварь! У вас премиум 3. После смерти вы имеете право на полный апгрейд. Ждете третьего ребенка? Спросите вашего врача про премиум 3. Я не хотела бы жить без тебя. По-твоему, это плохо? В случае наступления страхового случая, к вам вернется идеальная копия вашего супруга. Ничего не нужно, малыш. Все уже сделано. Спокойно. Или мозги вышибу. Почему? Мне кажется, что никто, кроме меня, этого не чувствует. Все мы связаны. Вы боитесь смерти? Мне не больно. Я вообще ничего не чувствую. Представь, что ты выглядишь лучше, чувствуешь лучше. Вы не думали, что играть в Бога очень опасно? Один человек изобрел какую-то хрень, и мир никогда уже не будет прежним!